Что общего между лебедем и реабилитационным центром? Как жить, если исчезли звуки? Кто поможет, когда идти некуда? Адаптация детей с потерей слуха и аутизмом. Доктор ответит на все ваши вопросы. 19 января. В студии директор реабилитационного центра «Варель» Ирина Бондарева. Программа «Звоните доктору». 19 января в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».